Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис мод, картон на SCP. Серега, поздоровайся. Всем привет. Мы скачали очень классный мод, это NPC SCP. Будем вместе с вами их смотреть. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Мы не будем смотреть прям всех, мы посмотрим самых интересных. И надеюсь, я назову, наверное, какой SCP самый крутой с этого мода. Серега, давай на свое усмотрение показываю самых таких так, прикольных. Ну, самое первое. Ну, SCP, это не SCP без давай. 173-го. А, да-да-да, знаю его. Очень жесткий мужик. Короче, ребята, вкратце можно сказать, мы моргаем, и в то время, когда мы не смотрим, он нам сворачивает шею. Вот видите, добавляется сразу такая штука, как будто мы моргаем. А ну-ка, все, давайте отвернетесь вы. Эй! Блин, так можно обосраться. Не-не-не. Я его испугался, блин. Тихо-тихо-тихо. Вы когда все... Он за мной охотится, получается. Так, отвернитесь, пусть он меня сожрет. Ребята, а вы в комментах напишите, какой SCP вам больше всех понравился. И поставите лайкосики, подпишитесь на канал Dimas.tv. Мне очень приятно. Ролики каждый день. Так, я слышу, он прям какой-то вообще жесткий. Так-так-так, и музычка такая интересная. Тихо-тихо-тихо, мужик, ты... Деревянный, что ли? Каменный. Я его держу, пацаны. Говно. Ладно, Серега, давай, кто там у нас дальше? Чтоб так. Максимально много посмотрели. Дальше всеми любимый скромник. SCP-096. Ой, вообще круто. На него нельзя смотреть или что нельзя? Нельзя смотреть, а ты на него посмотрел, Димас. Не, на него не смотрел. А он на тебя сейчас злится, посмотри. Не, он просто стоит как дурачок и орет, просто ничего не делает. А бегите. Не-не-не, я не боюсь его, Серега, я не боюсь. Бегите. А что будет? А что будет? Увидишь. Он резко-резко ко мне побежит? Возможно. Я вот тут стану, если что, я успею наверх забежать. Ну блин, он орет громче и громче. Серега, что делать? Ой-ой-ой, какой. Готовится бежать. И все, и ничего не делает. Ну нафиг. Не-не-не! Блин, Серега, я, блин, боюсь его. Блин, он классный. Он крутой. Я знаю, там их несколько версий есть, но мы посмотрим, короче, как Серега будет показывать, так и смотрим. Класс. Так, Серега, давай дальше. Реально крутой. Я уже придумал кучу дальше режимов с этими SCP-шками. Можем запилить. Идет SCP-106. Это пожилой дед. Так, да это. А где он? Вон он. А, вот он, это он вылазит из-под земли? Эй, а он быстрый? Нет. Блин, музыка крутая у них. Так, идет. А чё они все за меня? А нет, они не за мной агрятся. За пацанами. Димас, бежим за дверь бежим. Сейчас, подожди, я хочу стоп-сон прописать. Да не бойся, это не авторская. Я знаю, я просто заранее, Серега. Да, это просто звуки, на будущее. Вдруг что-то громкое сейчас, как начнет орать. Димас, давай сюда к нам. Не, я же хочу еще Серега потом показывать, как они убивают. Просто это ж такое предосмотр. А потом уже можем сделать, какой SCP самый, не знаю, быстрый. Хотя и них нельзя играть. Ладно, давай посмотрим, с одного раза убьет. Серега, он меня перекинул. Давай попадайся ему, я тебя тут жду. Он в карман. Офигеть. Не зря мы эту карту взяли для предосмотра. Так. Опа, где это мы? В я вспомнил. Измерение. Ого, здесь круто. Так. Вы сюда побежали? Нет, не сюда. Хорошо, давай, короче, влетим опять, откуда мы начинали. Блин, а карта реально такая офигенная. Я за ней заскучился очень даже. Ваши так фонарики видно за километр. Так, стоп-сон прописываем. Удали этого челика. Удалил. Так, показываю, кто у нас там дальше идет. Сейчас. Какой красавчик. Серега, мне так не придется, что мы SCP снимаем, это реально круто. Сейчас у нас пойдет классический. Классический доктор. Блин, ты меня испугал им! Так, так, так. А что он делает? Вы просто умираете или он превращает вас в зомби? Нет, вы мы просто. Сейчас превратимся в зомби. Вон, видишь, уже встал один. Офигеть! Блин, прям моды работают полноценно. Вон, видишь, потихоньку солдат стоит. Да. Мочите его. Блин, классно. Тихо, я не хочу быть зомби. Ой-ой-ой.
Не-не-не, блин, убили его. Дальше у нас идет SCP-035, маска. Так. Блин, такой звук офигенный, когда... Что это за щупальцы? Они вас дамажат. А это кто-то их заспаунил. Нет, это вместе с ним они идут, когда он появился. Я его убил. И щупальцы исчезли сразу, ты понял? Да. Так, кто у нас там еще есть? Какой челепиздрик? SCP-066. Кусок мяса с глазами какими-то. Смотрим. Так, 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 а что это такое за говно? Улитка какая-то. А ты к нему подойди поближе, Димас. Ого! Что это за звук? Это его защитная реакция. Нифига себе. Удаляй его нафиг, сейчас все вырыгает тут. Или замочим его, давай. Уже замочили, вон он долго. А, он уже маленький встал, когда убился. SCP-079. Это компьютер. Это искусственный интеллект. А что этого нельзя ставить? Его надо определенное место ставить. Ладно, давай, которые можно здесь смотреть. Потом уже будем полноценно всех смотреть. Так. Время у нас еще много. Так, SCP-069 камера, и их надо в паре ставить. О, маска есть, 087. 087? Так, ну давайте посмотрим. Вот я поставил. Ого, такой прикольный, он как тут ниндзя, что ли. Так, а что он делает? Ай, блин, а чё это он меня убил? Я думал, он тебя убьет, Димас. Нет. А, нет, это Пикачу. Мочим его. Вот говно на расстоянии убивает. От шара хотел уклониться. Так, пацаны, шары, наверное, не надо. Они очень жесткие. Так, следующий у нас 087B. О, вот смотри, 096 есть другой. Я поставил его. Так, ждем. Димас, бежим. Он не за мной. Короче, бежим. Следующую серию, может, сделаем, SCP гоняется за нами? И эту карту возьмем? Да. Наставим ра... Мы можем вообще по карте сделать всех-всех-всех, а потом отключить электричество, и двери все откроются. Димас, и давай они выбегут. Забежим. Так, я смотрю отсюда, Серега, я успею убежать. Я же псих. Так, он орет сильнее. Я спрыгну, когда он ко мне будет бежать. А он никуда не бежит, Серега. Ого! Вот это крики он издает. Потому что на него кто-то посмотрел. Мочи его. Пацаны, мочим его! Ого! И меня замочили. Бум! А он живой остался. Я боюсь возрождаться, он очень жесткий. SCP-682, Димас. Давай. Неуязвимая рептилия. А что она неуязвимая? Ее нельзя убить? Ой, да. А мы ее сейчас убьем. Пацаны, открываем огонь по этой вонючей ящерице. Пошла жара. О, два проверим, убивается она или нет. Возьмем админский пистолет. Серега, убивается. Ну, админский пистолет, ё-моё. Ну, конечно. А ты попробуй без админского. Не-не-не-не-не-не-не, не смогу, наверное. Ого, он топчется. Так громко. Мочи, мочи, мочи. А давай-ка ядерную бомбу проверим. Давай. Жестко, жестко приклеилась. Так, я за стеной, тут домах не проходит. Ждем. Потому что нереально яркий свет какой. Серега, убилась? Я ничего не удалял, возможно, она убила. Да, убилась, Серега. Да ну ядерный взрыв-то, конечно, даже бессмертно умрет. Так, кто у нас там еще есть интересный такой? Дальше у нас идет SCP-457, огненный скелет. Давай. А че он такой маленький? Не знаю. А ты че маленький такой скелет? А не, он растет, смотри, Димас. Ого! И за ним остается шлейф огня? Да. Блин, непривычный мод такой. Еще больше сейчас станет, не? Да, вон, смотри, как растет. Огненная. Я горю, потушите меня. Серега, прощай. Я живой.
А он на меня сагрился, походу. Ого, тут все горит уже в хате. А! Всё, бывает. Вырос. Он не, он такой самый, все, одинаково он остался. Он за мной агрится, пацаны, вы мне мешаете бегать. Короче, мочим его. Может, его надо обоссать, типа, водой? Да хватит по мне стрелять. Короче, Серега, не убивается он. Когда бессмертный. Поджигает всех. Его даже админский пистолет не берет, Димас. Да? Да я проверю. Вот. Да ладно. Удаляй его, ну нафиг, я его боюсь. Всю карту нам тут сжег. Испугались? Обосрались. Ребята, хотел я в одну серию показать всех из цепи, но это не получится. Их еще очень много. Поэтому, если вам понравился этот ролик, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!